Обычные, проверенные и безопасные туристические направления с гидом – это не для нас. Нам подавай что-нибудь опасное и адреналиновое. Именно о таких 10 опасных мест для туристов я сейчас и расскажу. Северная Австралия – самое опасное купание. В реках Северной Австралии водятся крошечные, но смертельно опасные кубомедузы, которые ответственны в Австралии за большее количество смертей, чем акулы, змеи и гребнистые крокодилы вместе взятые. Эти мелкие убийцы вертятся вокруг тех же самых речных дельт и прибрежных мелководий, что и люди – пловцы и рыболовы, которые заходят в воду. Гора Хуашань, Китай – самый опасный пеший поход. Узкие, идущие зигзагом над пропастью тропы на высоте более 2 километров заслуживают того, чтобы гора Хуашань в центральном Китае могла быть признана одним из самых опасных мест для пешего похода. Поэтому тропы оборудованы цепями и досками, прикрученными к скалам. Неудивительно, что каждый год на маршруте погибает почти 100 человек. Нью-Смирна-Бич, Флорида. Самое большое количество нападений акул. Нью-Смирна-Бич лидирует среди пляжей Северной Америки по количеству нападений акул. На втором месте северное побережье острова Охау Гавайского архипелага. Подсчет велся по количеству укусов акулами. В 2008 году североамериканский пляж установил новый рекорд – 24 зарегистрированных укуса акул. Остров Кауаи, Гавайи – самый опасный экскурсионный полет. Лишь за несколько дней в 2007 году на этом острове потерпели крушение 2 вертолета, в результате чего погибло 5 пассажиров. За 3 года до этого погибло еще 9 пассажиров. С 81 года на вертолетных экскурсионных полетах над Гавайями погибло около 55 человек. Монблан, французские Альпы, самый опасный альпинизм. У горы Монблан высота почти 5 километров, своя история ледяных лавин, камнепадов и ужасной погоды. На альпинистов обрушиваются ветра сильнее 97 километров в час. Не говоря уже о том, что на каждый километр высоты температура падает больше, чем на 6 градусов. За 2008 год на Монблане погибло 58 человек, причем еще 10 считаются пропавшими без вести и, скорее всего, тоже мертвы. Водопад Хоуик, Южная Африка. Самый опасный водопад. Этот великолепный водопад обрушивает воду с высоты около 95 метров в реку Умгении. С языка зулу название этого водопада переводится как «высокое место». С 1851 года 40 человек бросились вниз с водопада Хоуик. Некоторые из этих случаев, несомненно, были самоубийством, тогда как другие могли быть несчастными случаями или убийствами. Юнгас, Боливия. Самые опасные автопутешествия. Дорога смерти в восточных предгорьях Анд, называемых Юнгас, уносила когда-то почти 300 жизней в год из-за аварий и падений в пропасть. Глубина, кстати, 609 метров. Новый, более безопасный запасной маршрут сократил не только расстояние, но также и список погибших. Однако рискованная петля дороги все еще открыта для тех, кто ищет острые ощущения. Вулкан Майон, Филиппины. Самый опасный для фототуризма вулкан. Вулкан Майон извергался более 49 раз за известную нам историю человечества и унес много жизней. Так, во время извержения 1993 года погибло 77 человек. Однако туристы постоянно нарушают правила безопасности, подходя слишком близко, чтобы сфотографировать текущую лаву. Вулкан активизируется, и ученые ждут извержения. Гора Кука, Новая Зеландия. Самый опасный национальный парк. Гора Кука высотой 3754 метра предлагает обычные для восхождения на ледник опасности – лавины и расселины. Однако суровая погода в этих местах крайне осложняет спасение. С того момента, как начали вести учет, на горе Кука погибло 245 человек. Вануату – самый опасный остров. Этот прекрасный остров притягивает к себе землетрясения. В 2009 году там было целых 3 землетрясения, каждое из которых превышало 7 баллов по шкале Рихтера и сопровождалось цунами и циклонами. В принципе, для звания самого опасного острова хватило бы и этого, однако там есть несколько действующих вулканов. Я буду рад, как был бы рад самый отмороженный турист, который посетил все эти места, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь видео о том, что отличает успешного человека от неудачника, и 10 тайных организаций, управляющих миром.